Всем привет! Последние минуты уходящего года принято подводить итоги. А вместе с тем я вам предлагаю смело заглянуть в будущее. Что яркого и интересного нас ждет в новогоднюю ночь и ближайшие пару дней? Приготовьтесь заглянуть в калейдоскоп из красок и хорошего настроения. Я вам в этом немножечко помогу. Поехали! В новогоднюю ночь и на январские праздники массовых гуляний в Самаре не будет. Создать праздничную атмосферу призвана яркая иллюминация, новогодние арт-объекты и композиции, активности на спортивных площадках. По традиции, площадь Куйбышева – это главная новогодняя площадка губернской столицы. Возведенный здесь комплекс позволяет создать условия для прогулок, семейного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. Центральная часть площади – это сказочный лес. Здесь среди сосен и елок разместились 8 локаций, инсталляции и арт-объекты, созданные по мотивам любимых сказок. Это «Снеговик-почтовик», «Медвежонок Умка», «Богатыри», «Кощей бессмертный», «Ученый кот с белкой-затейницей» и другие волшебные герои. На площади появилось царство Снежной Королевы, избушка Бабы-Яги, терем Деда Мороза. В центре сказочного леса – городок ледовых культур, персонажей «Союз мультфильма». Для любителей активного отдыха на площади залиты 3 катка для массового катания, для игры в хоккей и специальный детский. Около ледовых площадок организованы пункты проката, точки питания и продажи сувенирной продукции. Катки работают круглосуточно, но для обновления ледового покрытия предусмотрены технические перерывы с 7 утра до 10 утра, с 13.00 до 14.00. Также на площади установлена деревянная горка, с которой можно бесплатно покататься на тюбинге. Режим ее работы ежедневно с 10 утра до 10 вечера. В этом году в Самаре больше 120 катков рядом со школами, во дворах и в парках. Стадион «Солидарность Самара-Арена» в дни новогодних праздников также превратится в площадку для отдыха самарцев. Главной идеей концепции новогодних гуляний станет продолжение темы 170-летия Самарской губернии, а также народное искусство и нематериальное культурное наследие народов. На территории Самарской олимпийской деревни уже установлена праздничная елка, тематические инсталляции, арт-объект «Дом Деда Мороза», доступны зоны активностей для неспешных прогулок и активного отдыха. Здесь и каток, и лыжная трасса, и, конечно же, зимние горки. 2 января предлагают провести в уютной атмосфере в кирхе. Рождественский концерт со звучанием органа подготовили для настоящих ценителей классической музыки. В программе музыка европейских композиторов 17-19 веков. Ну а на этом все. Всего вам самого доброго в наступающем году. Верьте в чудо и сохраняйте в душе светлый огонек, согревающий и вас, и всех ваших близких. Пока-пока!